Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 85-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я вам хочу показать даже и не виджет, а просто некий фреймворк готового меню для вашего Landing Page в Adobe Muse. Сейчас открыта перед вами страница демо, давайте сначала посмотрим, что мы получаем с данным фреймворком. И у нас есть такие иконки, которые говорят нам, что это меню. Если мы наводим первый вариант, то видите, как происходит анимация, всплывает вот некое меню. Дальше такой же идет вариант, только light, то есть светлый. Первый был dark, зеленый, дальше синий, дальше оранжевый, желтый. Эта анимация, она выполнена в программе Adobe Engine Animate. Соответственно, вот эти цвета представленные нельзя будет поменять через Adobe Muse. Это делал не я, это также делал фреймворк люди за границей. Я лишь делаю только обзор на данное такое меню. А дальше у нас идет, смотрите, вот интересное меню. Вот так вот выезжающие квадратики. Вот такой белый. И то же самое идут тут цвета, только другой вид меню. Некоторые вот эти, я так понял, они не совсем работают. Желтый. И есть еще вот такие вот менюшечки. То есть, если вам что-то понравилось, то вы можете продолжать смотреть этот урок. Сейчас посмотрим, как это установить на наш лендинг пейдж. Когда вы скачаете и распакуете виджет, у вас будет вот такой файл и папочка Assets. Ее не трогаем, то есть она вам нужна, она должна лежать здесь, где лежит. Двойным кликом мы запускаем вот этот вот файл. И нужно немножко подождать. У нас открывается вот такая страница. Заходим, два раза кликаем. И здесь вы просто выбираете то меню, которое вас заинтересовало. Соответственно, здесь вы можете редактировать лишь название меню на свое и, соответственно, прописывать ссылки. Это все сделано на основе стандартной библиотеки мини-приложений композиция. Вот это меню для вас уже должно быть знакомо. Итак, например, я хочу какой-нибудь, вот, например, желтый. Смотрите, вы видно, вот здесь вот есть рамочка такая, да, и здесь внутри у нас еще элементы. Вы зажимаете левую кнопку мыши где-нибудь здесь, и вот так это дело целиком копируете. И копировать. Дальше открывайте свой проект, свой сайт. Он у меня здесь уже открыт. И здесь я просто нажимаю вставить. И мое меню перенеслось в мой проект. Давайте посмотрим это в браузере. Вот смотрите, да, вот у меня здесь желтенькое такое меню выскакивает. Ну и, соответственно, несколько раз кликайте так, чтобы у вас выделился текстовый слой, и меняйте на свое название. Меню, например, цвет. В общем, здесь я особо не останавливаюсь. Здесь уже вы должны знать, как это все делается. Ссылки на менюшки повесить тоже сможете, если вы не первый раз в Adobe Muse. Просто здесь я не вижу смысла объяснять. Просто вам показал, как легко перенести готовое меню, если оно вам подходит, если оно вам нравится. То есть редактируйте название меню, вешайте свои ссылки, и меню уже готово. Данный фреймворк вы сможете скачать у меня на сайте, ссылочка будет под этим видео. Соответственно, все остальные менюшки, да, вы уже переносите по аналогии, как сейчас перенес вот это одно меню я. То есть вы просто выделяете целиком нужное вам меню, да, копировать, в свой проект заходите и вставить. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке.
Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!